Слетай давай. Ребята, всем привет. Я в Годе. На рыбалку приехал поохотиться на хищника, на щуку. В корчи свои любимые. Вода тут совсем упала. Выплывем, если что, на речку там попробуем. Что погода? Сейчас лодку накачал, как пошел ливень. Спрятался в машину. Но смотрю, небо хмурится. Плащ есть, главное камера не намочить. Сразу к обновочкам, смотрите. Это с канала Fishing Today. Ребята, одни из немногих в Беларуси, кто занимается отлитьем резины. Также крючки они заказывают где-то. Сразу могут вам подобрать там под резину крючок. Еще вот, смотрите, мне прислали вертушки, это тоже ихние, ручной работы, ну, классные, попробуем сегодня на них половить. Вот эту, думаю, резину опробуем. Вот Tail Spinner, это сейчас одна из моих любимых приманок, особенно в летнюю жару, как бы хорошо работает. Вот эти два 4-граммовых, и вот этот вот я уже его разловил. Наверное, 8 грамм. Посылка пришла, я думаю, надо быстрее ехать на рыбалку. Было у меня там с утра пару часов. Не собирался видео снимать, думаю, что там за пару часов сниму. И, в общем, плавал по озеру, не клюет. Потом на одну точку стою, раз заброс окунь, другой заброс окунь, третий заброс щука. Потом несколько холостых, потом раз заброс окушок. Потом хоп, встал. Думаю, нет, что-то непонятно. И как пошел, короче, и я давай с ним бороться. Понимаю, что рыба крупная, вспоминаю, что камера в сумке есть, но она была не заряжена, но хватило немножко поснимать. Ну, в принципе, по характеру сопротивления я сразу, у меня такие мысли закрались в голову, что это сом. Потому что он так отстреливал хвостом по плетенке. Ну, чувствовалось. Характерное сопротивление. Не знаю, что там, я думаю, щука, что у меня поводок с флюра. Но рыба крупная. Подниматься не хочет. Давай туда, на середину. Как бы посмотреть на тебя. Так, вот поводок уже близко. Сомик. Сомик, я так и почувствовал. Давай уже выходи. Ух, испугался. Вот это да, это мой первый сом в жизни на спиннинг. Кайф, вот это я кайф только что испытал. Ай, вкусненький, давай иди сюда. Ух, как взял, прям... Прям он его заглотил, этот спиннер. В итоге Tail Spinner это точно рабочие. Остальные приманки будем проверять. Переходите к ребятам на YouTube канал, у них такой
Ну, интересно, я посматриваю, своим опытом делятся, ловят на свои приманки. Так, все ссылки в описании, как всегда, а мы плывем рыбачить. Сразу с вертушки начнем. Может, этот спиннинг я буду плохо бросать. Попробуем. Нормально. Выпрыгнула такая грамм 150, наверное. Есть. Ударила сначала, а потом доловилась. Мелкая, конечно, но факт есть факт. Вот и разловил вертушечку. Вертушка работает очень классно. Ну, давай красную, кстати, зацепим. Может, на красную будет лучше клевать. Может, кислота не в почете сегодня. Вот это... А, нет, такая же. Блин, сошла. Сошла. Ну, считай, что красную разловил. Есть. Иди сюда, на красную. О. Сейчас мы тебя отпустим, подожди. Пури. Хищник будкал. Есть. Есть. На поппер. О, самая крупная, кстати. Мне, наверное, стандартная. Ну, на поппер, конечно, класс ловить. Там что-то булькнуло. А если что-то булькнуло, значит, туда надо кидать поппер. Прям под лодкой. Немножко вверх по течению по реке проплыл. Запарился капец. Вот на эту ямочку хотел. Хочу тут бросить спиннер пару раз. Посмотрим. Нападение. Нападение взяла. Ну, не зря хоть плыл. Ну, так неплохо вообще сопротивляется. Ого. Товарная. Вот и спиннер сработал. Оп. О, отцепилась. Ну ладно, хотел ее за поводок взять. На спиннер. Вот только что там проводил воблером, и спиннер зацепил и что-то тянул. Щупачка небольшого, по всей видимости. Да. Все стандартное. Размер одинаковый. Хорошо, что отваливается, не надо их отцеплять. Два раза промахнулась. Еще раз.
Три поклевки на одной проводке. Все. Последняя на сегодня шнуровка на красную вертушку. Ух, бороду мне сделал. Ну что, ребят, закончил рыбалку. Вот такая рыбалка. Ни одной нормальной рыбы не поймал, но поклевок было много. Было интересненько. Вода упала очень сильно в реке. Я думаю, сплавлюсь как-нибудь по реке. Ну, когда будет погода получше. Сейчас ветруган такой, блин, вообще. Сплавлюсь по этой речке. И, возможно, где-то более-менее щучку выцеплю. Ну, так было интересно. Главное, разловил приманки. Отличные вертушки, отличные спиннера. И думаю, что резину я тоже разловлю в скором времени. Так что приходите по ссылкам на канал Fishing Today, моим белорусским коллегам. Заказывайте, если что. Подписывайтесь на мой, на их канал. Оценивайте это видео. И увидимся в угодьях.